В Москву можно приехать на поезде, на автобусе, приплыть на теплоходе. Прилететь на самолете. Я прилетел в Москву из Новгорода на конференцию. Она начинается завтра, и я рад, что у меня есть время познакомиться с городом. Но сначала в гостиницу. Но как до нее добраться? Простите, где здесь остановка автобуса? Ой, мы не москвички. Скажите, где здесь остановка автобуса? А, вон там, впереди. Спасибо. Пожалуйста. Разменяйте, пожалуйста, 15 копеек. Пожалуйста. Спасибо. Извините. Где мы? Какая это остановка? Я не знаю. Это площадь Маяковского. Видите памятник поэту? Справа концертный зал имени Чайковского. А рядом театр сатиры. Мы едем по улице Горького, главной улице столицы. Вы не москвич? Нет, я не москвич. Я вообще первый раз в Москве. А это какая остановка? Не знаю. Это площадь Пушкина. Посмотрите, сейчас будет Моссовет. Слева памятник основателю Москвы Юрию Долгорукому. Остановка проспект Маркса. Простите, пожалуйста, где здесь гостиница «Москва»? Вот она. В Москве я первый раз, но, кажется, знаю о ней все. По книгам, по кинофильмам. Красная площадь, Кремль. Отсюда 800 лет назад начиналась Москва. Итак, моя первая прогулка по Москве. С чего начать? Куда пойти сначала? Конечно, к Пушкину. Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Как много в нем отозвалось. Кремль, Спасская башня, знаменитые кремлевские куранты. Мавзолей Владимира Ильича Ленина. Покровский собор, храм Василия Блаженного. Гостиница «Россия». Третьяковская галерея. Я давно мечтал побывать здесь, посмотреть картины великих русских художников. Новое здание МХАТа, прославленного театра Чехова и Горького. А отсюда, с Ленинских гор, вся Москва, как на ладони. Спортивный комплекс «Лужники». Памятник великому Ломоносову. Университет
Москва – зеленый город. Сколько здесь бульваров, скверов. На одном из них со мной произошла забавная история. Молодой человек? Да. Простите, я вижу, вы не спешите. Мне надо в магазин. Вы не посмотрите за моими малышами, я очень быстро. Пожалуйста, я рад помочь. Спасибо. Телевидение снимает? Странно, я уже несколько раз встречаю этого молодого человека. Какая прелесть. Снимите этих близнецов. Ну что ты, маленький, успокойся. Молодой человек, я вас сниму для телевидения. Вы не против? Нет, конечно. Агу, ну что же ты плачешь? Мои маленькие. Мои хорошие. Спасибо вам. И в тот же день, далеко от Москвы, меня увидели по телевизору многие мои знакомые. В том числе моя жена. В Прибалтике температура плюс 15-15 градусов. Как ты обычно ездишь на работу? Обычно? Ну, троллейбус. А ты? А я езжу на автобусе. На Нижней Волге ожидается жаркая погода. А Вадим обычно на работу ходит пешком. А где он сейчас? Он в Москве, в командировке. Вадим поехал в Москву на поезде? Нет, что ты. Он полетел на самолете. Ведь ему надо успеть на конференцию. У него же доклад. Завтра в Москве солнечно, тепло. Температура плюс 18-20 градусов. Ир, Ир, да ты посмотри. Это же твой муж, это же Вадим. Чьи это дети? Кто эта женщина? У него в Москве жена. Жена и двое детей. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, куда идет этот автобус? Он идет до университета. Скажите, пожалуйста, куда идет этот автобус? Он идет до университета. Как называется эта остановка? Эта остановка называется площадь Пушкина. Как называется эта остановка? Эта остановка называется площадь Пушкина. Толя, простите, у вас есть 5 копеек? Нет, надо разменять. Разменяйте, пожалуйста. У вас есть 5 копеек? Нет, надо разменять. Разменяйте, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, где стоянка такси? Вот она. Спасибо. Скажите, пожалуйста, где стоянка такси? Вот она. Толя, как вы обычно ездите на работу? Обычно? Я езжу на метро. Потом на автобусе. Как вы обычно ездите на работу? Обычно я езжу на метро, потом на автобусе. Скажите, пожалуйста, как доехать до Красной площади? На метро.
До станции проспект Маркса. Как доехать до Красной площади? На метро до станции проспект Маркса. Простите, как доехать до библиотеки имени Ленина? На метро или на троллейбусе. Спасибо. Как доехать до библиотеки имени Ленина? На метро или на троллейбусе. На следующий день я спешил с докладом на конференцию. Скажите, пожалуйста, как пройти на Красную площадь? Красную площадь? Идите прямо, потом направо. Спасибо. Она недалеко. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как проехать к Третьяковской галерее? На метро? Или на троллейбусе? Спасибо. Пожалуйста. Моя жена, Ира. Вот так сюрприз. Откуда? Что все это значит? И неожиданно для себя я превратился в детектива. Скажите, пожалуйста, как доехать до гостиницы «Москва»? Гостиница «Москва»? На троллейбусе? Или на автобусе? Спасибо. Пожалуйста. Разрешите? Разменяйте, пожалуйста, 15 копеек. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Передайте, пожалуйста, билет. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Вы выходите на следующей остановке? Нет, проходите. Простите, какая это остановка? Это площадь Маяковского. Спасибо. А вам куда нужно ехать? До гостиницы «Москва». Вы не москвичка? Нет. Я живу в Новгороде. Я тоже живу в Новгороде. Ира, что ты делаешь в Москве? Разрешите пройти? Ира, Ира, куда ты? Что все это значит? Москва, конечно, помирила нас. Мы часто смеемся над собой, вспоминая эту забавную историю.